Фируза Аманова специально приехала из Узбекистана для участия в международном фестивале. Она занимается рукоделием более 28 лет и уже много лет является постоянным участником этого мероприятия. На ярмарке были представлены сумки, куклы, кошельки и покрывалы ручной работы. По ее словам, туристов особенно привлекает внимание вязаные шарфы и вышивка. Я 5 лет участвую в фестивале «Оймо», который проходит в Кыргызстане. Мне очень нравится этот фестиваль. Каждый раз, когда я приезжаю, я вижу гостеприимство и уважение кыргызского народа. Каждый раз завожу новых друзей и далее поддерживаю с ними связь. Расстраивает только одно, что фестиваль очень быстро заканчивается. На ярмарке широко представлены творения мастеров как отечественного, так и зарубежного производства. От маленьких бусин до одежды с национальными узорами, вещи из шелка и войлока, а также необычную посуду, украшения и аксессуары. Свои работы Разия Темирбаева привезла из Баткенской области. Своим качеством и оригинальностью она сразу завоевала внимание гостей выставки. Фестиваль проходит очень насыщенно и хорошо. Ее посетители с большим интересом смотрят на работы мастеров. Ярмарка предоставляет очень большие возможности. Во-первых, это знакомство с новыми людьми. Во-вторых, обмен опытом с другими ремесленниками. Фестиваль приурочен к 30-летию независимости нашей страны и собрал именитых мастеров, ремесленников не только из Кыргызстана, но и из Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. Ранее фестивали «Оймо» и «Шырдак» проводились на Рыне. На этот раз он проводится в формате ярмарки в столице. Я очень люблю работы народных мастеров. Всегда стараюсь участвовать в таких фестивалях. Я пришла на ярмарку в Бишкеке и приобрела эту вышивку, которая сделана узбекским ремесленником. Приятно было попасть на этот праздник. Это невероятно красиво. В рамках фестиваля также организованы мастер-классы для детей и взрослых. Целью фестиваля является сохранение культурного наследия, а также превращение Кыргызстана в международную территорию экологически чистого культурного туризма. В этом году наш фестиваль был приурочен к 30-летию независимости Кыргызстана, и он прошел в 2 городах, в городе Нарын и в городе Бишкек. В Нарыне мы пригласили наших международных участников, они с удовольствием поучаствовали, им понравился очень город. В Нарыне наш фестиваль был совмещен с фестивалем Шырдака, ковра. Мероприятие проводится с 2006 года. Сегодняшняя ярмарка является 15-й по счету. По словам организаторов, фестиваль организовывается для развития ремесленного рынка в Кыргызстане, возрождения традиций, а также сохранения культурного наследия. Фестиваль продлится до 31 августа. Ирван Джуншалиев, Азамат Кадыртоктоев, Нурсултан Жакытбеков, Алатау 24.